Всем привет, ребят. Ну что, решил записать видосик про вторую сторону доната. Небольшую, возможно, в этот раз, потому что особо-то ничего сейчас не надо, только осталось собирать красные камни для улучшения на девятку. Наконец-то я здесь собрал их 10. Был больше занят китайкой, там на основе собирал, добрался вот до USK. Вот такой вот у нас небольшой наборчик получился сегодня. Мы сейчас эти плюшки все пооткрываем. Сундучки я имею в виду. 15 ремок. Плюс ремки надо сейчас собирать. С них восьмерки делать. Плюс красные кристаллы. Рынок у нас интересный. Для НАТО. Продают новые паки. Ну, таланты они того не стоят, сразу говорю. Поэтому не особо заморачивайтесь над ними. У кого нету, конечно, берса, лучше, чем берс. Даже есть берс, талантик вроде неплохой. В общем, вот так вот поехали, позабираем плюшки, пооткрываем все. И напишите в комментах, кому прокачать следующую девятку. Я решил на разных аккаунтах разные прокачки делать. Все равно рано или поздно все одинаково прокачаются. А так будем знать наперед, где что лучше, что будет интересно. Так. Забираем плюшечки отсюда, пробежимся, посмотрим акции, что у нас сегодня есть интересного. Такое Tessa, понятно все. Winterfest, так. Плюшки нам дают. Это типа это. Ничего себе, 1600 флеймбокс. 1600 эссенций. 10 прайм, 10 сумок. За большой пак. Ничего себе, 1600, 1600. Неплохой, неплохой бонус, я вам скажу. Надо будет забрать. Однозначно. Вот, кстати, есть опросник. Собрать типа часть дракона и получить самики. Ну, что-то такое. 150 самоцветов можно выиграть. Смешно, конечно. Поехали, Accumulation Bonanza. Посмотрим, что здесь сегодня продают. Книг. Так, рунки. Как обычно, 15 рун продают. Так, что тут у нас? Ну, интересные акции здесь есть. Они каждый день, конечно, повторяются, что печально. Ну, а так вроде неплохо. Так, еще карточки получили. Неплохо. Поехали в плант. Посмотрим, что здесь. Посадим деревце. Такс. Первые сумочки, в принципе, то, что мне надо. Так, давайте эти пооткрываем, быстрее будет. Ну,
10 рунок. Кому они правда нужны здесь, ну ладно. Так, и посмотрим, что у нас там на последних. Ну, еще две коробки даже вот так вот. Ну, по сути, это все расходники на этом аккаунте. Это неинтересно. Давали бы красные камни, было бы интересней, думаю. Такс. Проспектор, поехали. Еще здесь что-то заберем. Пойдем пооткрываем. 6 попыток у нас есть. Ну ничего не меняется здесь по сути. Ну хоть не так, как на китайке, надо 180 штук открыть. Вообще Unreal какой-то. Карта. Арктика. Так, хрон и так, понятно все. Так, ну в принципе с этим разобрались. Забираем плюшки, смотрим, что мы тут интересного получили. Тесса, Бигфут даже есть, хранитель, Арктика. Ничего себе, ну вот так вот как-то насыпало неожиданно. Так, смотрим. У кулаки нету смысла забирать тот пак большой. Бестолковый, все равно завтра или послезавтра будут все дешевле продавать. Так, красные кристаллы юзаем. Потом у нас есть сегодня наем. Давайте заберем рольным. Стрелок 40 осколков, стрелок 40 осколков, 20. Еще стрелок целый, фига себе. А ну без 40. Буги. Еще вольт. Фига себе. Посмотрите, вот это кайф. 60 осколков вольта и 2 стрелка целых. Я офигею, неплохо. Вот это шансы, конечно, получше, чем у нас. Так, это камешки. У нас зеленые камни, кстати, закончились. Это, думаю, не проблемно. Такс, 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 такс. Вольтики, полник. Поехали. Так, карточка вторая, коробка. Еще коробка, карточка. Ну, неплохо, неплохо сыпет. Посмотрите, 50 рун вообще. Вот руны, кстати, с этих сундуков сыпят просто. Просто отлично. Так, окей. Поехали дальше, смотрим, что у нас там еще есть интересного. Грубая сила, 150, грубая сила, 300, вот это кайф. У меня на русском так не падает почему-то. Так, что еще у нас есть интересного? Давайте сундучки пооткрываем, бог войны. Саморазрушение. Вот уже подходят. Скоро будем питомцев продавать. Вариантов не вижу. Так, обычные у нас по чуть-чуть докачиваются. До 35-х. Надеюсь, завтра будут уже продавать первые паки. Вот видите, чуть-чуть не хватает у нас.
У нас никто пока не перешел. Да, еще два героя до девятки надо дотянуть. В общем, вот как-то так, ребят. Вот такая вот история у нас сегодня на английском сервере. В принципе, ничего нового. Ждите дальше видосов. Всем удачи, всем пока.